На конкурс дети читают стихи. Сморкалова Екатерина, 7 лет, город Смоленск, Агния Барто. Докладчик. Выступал докладчик юный, говорил он о труде. Он доказывал с трибуны, нужен труд всегда везде. Нам вели трудиться школа, учит этому отряд. Подними бумажки с пола, кто-то крикнул из ребят. Но тут докладчик морщится, на это есть уборщица.